Небольшим ковшом экскаватор раскапывает траншею. Остатки бордюрного камня вместе с асфальтом и землей засыпает в кузов грузовика. Следом идет второй трактор. Им управляет первоуралец Виктор Разумов. Расширяет и выравнивает канаву. На улице Папанинцев закипела работа. Ну, асфальт будет ездить. Какая тут дорога-то раньше-то была? Плохая же. Невозможно было ездить. Еще пару месяцев назад здесь камни вылетали из-под колес. Водители маневрировали, объезжая многочисленные ямы. Сейчас картина меняется. Дырявый асфальт уже сняли. На днях уложат новый бордюрный камень. От рассвета до заката трудятся сразу несколько бригад и на береговой. Работы очень много. Например, одна только подрядная организация, которой руководит Сивак Галаян, за несколько недель должна уложить 16 километров бордюров на 4 разных улицах. Постараемся, чтобы качественно делать. У нас всегда было качественно. Уровень, чтобы были, размер нормально были, бетон нормально заливать. Ну, качественно. Расплатили нормально, должны делать, конечно, качественно. На Кольцевой рабочие торопились обновить дорожное полотно. Работали без выходных и, судя по этой фотографии, даже в дождь. Автомобилисты уже несколько дней ездят по этой дороге с ветерком. Уже обновляются какие-то, да, дороги, уже приятно где-то ездить, потому что где вот у нас делали, мы недавно ездили на Банковском, там уже просто едешь, уже красота, потом как на Пильную ехать, там вообще же тоже убитая была дорога. В общей сложности специалисты отремонтируют 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На это выделяют более 200 миллионов рублей. Большая часть суммы – средства областного бюджета. По контракту на завершение всех работ отводится полгода. Крайний срок – 1 ноября. В рамках исполнения контракта мы предусмотрели, для чего уже по опыту работы. Это для выставления знаков, для обеспечения подборки чистоты, наведения чистоты уже. Где-то может какие-то штрихи нанести, поэтому срок, основной контракт будет выполнен, конечно, до 1 сентября текущего года. И впервые за долгое время в список попали поселковые улицы. По 1 миллиону рублей выделят на приведение в порядок дорог в Кузино, Новоуткинске, Белимбае и Новоалексеевском. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.